Сколько осталось до верха кирпичей, ко мне, чтоб пошло? Вот тут прибавилось. Явно прибавилось. Ну, Володя, мы с тобой камень-то убрали за здесь. Это очень хорошо. Сантиметров 40. Ну, это добавилось. Сантиметров 10 поднялся. А видно, что добавилось. Было меньше. А вам не кажется, что вон эта хатка построена? Что-то похоже. Глянь. Ну да. Ее что-то не было здесь. Видно, что добавилось, потому что приходили летом или когда тут не было. Воды в Одессе не было. Ну, широко-то как, види. Широко, ну. Вода-то была, но не так глубоко. Я помню раньше, когда мы в лагерь приезжали, девчонки всегда купались вот в этом канале. Так если бы тут воды не было, как бы они купались? Вон там купались, в самом начале. Дальше воды не было. Дальше вот, уровень, здесь... вот такого уровня воды ни разу не было. Ну как-то, ну вон там купались, но все равно... Может быть и не было, я не помню. Ну. Нет, не было, не было. А когда уже ты был, тут вообще сухо было. Они просто на повороте там могли. Можно. Не было, а тут вода-то вон. Вот здесь купаться можно теперь. Что ж не купаться? Купаться. Выше колен. Ну смотри, что вытворяем. Вот так ее огородили, корову не напортили. То есть ничего не портили. Камень, который там был, мы его вытащили. Ага. Он будет подмывать вот этот вот, но это не важно. Он может даже понизить уровень. Мы намного выше подняли-то. Теперь от земли-то подними, глянь сколько. Это больше метров. На 40 он, на 40 еще, ну максимум на 40 поднимется и все. Все. Ну, и что, без... Дальше надо. Там это. Выходить. Дамба выше намного. Че это, хатка? Не знаю. Леш, надо вблизи посмотреть. На ту сторону. Потом здесь еще вот надо как перейти вот посюда вот, пробежать и с той стороны посмотреть. Ну-ка да. Сейчас. Попробуй, у тебя получится. Да, конечно. Туда вовнутрь залезь, а там вылезешь. Вот видишь как. Двойную оградку тут сделали, как бы, ну, двумя жердями. Вот, наверх поднимись. А может быть так просто. Ну вот такая ну, вот. Так просто не бывает. Ну я думаю, что вот это вот ложок, это не бульдозера выкопали. Вот этот? Ну вот такой ширины-то. Чего барага нет? А почему? Ну, да и она вниз как-то за скатом. Ну скатом-то она за время осыпается и так делается пологом. Не знаю. По-моему, этот ложок был. Не ходи, не ходи! Бобер, вылезь, если ты там есть. Покажи зубки. Ну, хорошо сделали. Я очень доволен, такую работу проделали. Камень какой. Свай сколько забили? Раз, два, три, четыре. Ты можешь тогда по низу пройти. Слышишь, Алексей? Около... Можешь по низу. А? Чтобы по глине не ходить, можешь по низу пройти. Вода, если потечет, будет там. Здесь около 90 много, свай. А вот здесь по краями пойдет. Около 90. А. Работа большая здесь была. Глянь, сколько глины-то выбрали. Вот это все выбирали-то. Это вручную. Вот эта глина-то. Яма-то. И там он какая. Это на ней пошло. Ну и что, похоже на хатку? Что, я очень доволен. Что там? Ну, хатка, скорее всего, так налеплена, все налеплено. Ну, это налеплено, это он. Выдрамился. Бобер. Он, а что там маленькое, это кого там? Ну, это начало только. Mm-hmm. Начало, а дальше ему нет или неоткуда таскать. Он будет вон оттуда этих гнать. Ну, там камыш какой-то, как навоз, не поймешь, что там наделано.
Ну, он может вон оттуда эти щищу притащить. Сила. А чем он питаться-то будет? Тут нечем питаться-то. Так, ты не просто привез, привез прощаться меня следит. Я же не знаю, приеду я сюда или нет, когда. Приедете куда? Ну старался. Ну все, слава Христу, аллилуйя.